Сегодня мы будем учиться играть за Абаддона. Скорочно, темпляр, темпляр, почему? Скажите мне, напишите в комментариях, просто зачем так же темплар, ассасин, темпляр? И всем привет, дорогие друзья. Нет, чувак, пожалуйста, не называй меня своим другом. Я, конечно, понимаю, что тебе очень одиноко, и у тебя даже в Стиме всего два друга, но дружить с чуваком, который в 13 лет записывает гайды по доте, я, пожалуй, не буду. Но можешь не переживать, после этого выпуска я думаю, что очень многие захотят стать твоими друзьями в Стиме. Ну и как это положено в гайдах по доте от школьников, у этого супердиота есть свой собственный Робин. Он разговаривает голосом Гледас из Портал и рассказывает вам очень много чего полезного. Надеюсь, вы успели записать. Это один раз последний загрузился. Я? Да. Ну, это не беда. Главное, что загрузился. Да, загружаемся в компьютер, блин. Через 3, 2, 1. Андрей, давай залезай в комп. Да не, у меня ноутбук, я не помещусь. Сначала задом надо. Понимаешь, сначала надо задом медленно вдавлять в экран. Ну, как сказать? Потом сильно вдавлять в экран. Твою мать, что за упоротую срань несут два этих идиота? В какой компьютер вы собрались свою жопу продавливать? Чё вы несете вообще, поехавшие? Это один раз последний загрузился. Я? Да. Ну, это не беда. Главное, что загрузился. Да. Загружаемся в компьютер, блин. Надо задом медленно вдавлять в экран. Через 3, 2, 1. Андрей, давай залезай в комп. После такого блестящего начала школьник, видимо, решает развеять последние сомнения в наличии у него лишней хромосомы. Зайдя в режим просмотра сетов, он целую минуту пытался найти, как из него выйти. Блин, как вернуться обратно, помогите, спасите. Чего? Как мне вернуться обратно? Возьми телефон, позвони 03 и скажи адрес дурки, из которой ты сбежал. Этого будет достаточно, чтобы тебе помогли вернуться обратно. В поисках возврата к режиму выбора героя он даже в главное меню вышел. Я, блин, не могу, мне показывают, что надо скин купить. Теперь вы знаете, как на самом деле Гейб Ньюэлл зарабатывает свои деньги. Кстати, если вы думаете, что в итоге он все-таки нашел красный крестик справа сверху, то вы ошибаетесь. В итоге в режим выбора героя он вернулся, нажав кнопку «Приобрести и надеть». Дебили, извините за выражение. То, что происходило дальше, не поддается вообще никакому логическому объяснению. Приобретя все нужные итемы, а именно нихуя, школьник отправляется куда бы вы думали. Конечно же, на даблмит. И что особенно забавно, так это то, что у противников тоже даблмит, хотя заранее они не знали, что этих придурков на миду будет двое. В итоге в эпичнейшем файте Луна таки сливает ФБ. Весь этот гайд сопровождается какими-то упоротыми диалогами, которые можно было бы спокойно вставить в Джей молчаливого Боба. Я нашел. Что ты нашел? Абассал Блейд? Нифига себе, вот это тебе повезло. Он стоит 6750. Так я не купил его. Ну вот я говорю, тебе повезло. И чё повезло? Он стоит 6, он более... И что, я его не купил. Ну, тебе повезло, что ты нашел. Отдельного упоминания заслуживают взаимоотношения этих даунов с курьером. На основе этого можно целый ситком замутить. Я что-то не понял. За мной осел, блин. Все, это мой осел. А как ты нажал? А вот. Все, теперь это мой. Все, это мой. Нет. Да. А ты видишь, нет. Я побежала слов. Ра-т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 а
Особенно примечательна 18-я минута этого гайда, поскольку именно на 18-й минуте наше солнышко наконец-то купило себе первый итем. И если вы думаете, что он купил себе какой-нибудь сапог, то вы никогда не видели гайдов по доте от школьников. Иначе бы вы знали, что самый необходимый итем в доте — это дезолятор. Если вы думаете, что он хоть как-то это объяснил, то вы ошибаетесь. В это время он был занят рассказом о том, что Shadow Fiend — это волк с грязными носками, который либо долго не мылся, либо у него проблемы с кожей. Ну, этот, который меня убил, он волк с грязными носками, блин. Почему да, волк? Да потому что у него, ну, этот, скин волка, и потому что от него выходит такие черный дымок. Это означает то, что он... Или не мылся долго, или у него проблемы с кожей. Я даже не знаю, есть ли смысл говорить вам, как закончился этот матч, потому что, по-моему, это было очевидно с самой первой минуты. Более того, в конце их унижал инвокер, который купил себе сапог, фласку и рапиру. Автор гайда за 30 минут добил 11 крипов, что равняется 1/3 крипа в минуту. А в конце они со своим дружком накидали друг другу лайков, так что если вы увидите их на паблике, то вы знаете, что делать. Можно здесь идет 25-й кадр.